Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. Пане Роман, і одна з найгарячіших точок – це є Бахмут. Якщо ми глянемо на супутниковий знімок, аби краще бачити і вулиці міста, бачимо, що ворог зайняв центр міста, зайняв, от є в нас стадіон «Металург», вже під ними «Авангард» ще тримається. Скажіть, будь ласка, і бачимо, що важко, попри те, що фланги вони не можуть звужувати, але ми помаленьку відходимо. І багато бійців безпосередньо з самого Бахмуту розповідають, що бої тривають, як в комп'ютерних іграх. Якщо говорити про вулицю Чайковську і Корсунську, ось тут, в районі стели Мі-17 літака, то кажуть, що там все вкрито 200-ми вагнерівцями, безпілотниками. Як ви вважаєте, є загроза того, що найближчі дні Збройні сили України таки доведеться вийти вкрай аж на західні околиці міста? Ну, дело в том, что мы и сейчас на западных, то есть мы от центра отошли, в основном удерживаем западные окраины города, это высотные здания. Высотки, которые можно оборонять, пока они полностью не разрушены. Россияне как раз этим и занимаются. То есть мы обороняем высотную часть города до того момента, пока от высотки не остается, ну, максимум по колено бетона, они все-таки разносят. Здесь в районе Бахмута количество боеприпасов, самолетовылетов, оно не уменьшается. Применяют российские войска по нам эти средства поражения. Потому отходим, как раз отходим только из-за того, что невозможно уже удерживать некоторые полностью разрушенные высотки или кварталы. Ну, я не думаю, что это будет, допустим, массово или полностью будем выходить из Бахмута. Дело в том, что как раз вот эти рубежи, вы здесь правильно говорите, подойти к трассе они просто не могут. Там у нас хорошая система обороны. Трасса эта, которая идет с Константиновки на Бахмут, а дальше переходит в улицу уже по Бахмуту. Это, на этой улице расположен и самолет. Вот Чайковского, да. Да, да, это улица Чайковская, она уже идет по Бахмуту как Чайковская, но это трасса, как раз, которая идет с Константиновки на трассу Дебальцево-Славянск и дальше выходит. То они подойти к ней не могут, попытки вызывают очень большие у россиян потери, там хорошо пристреленные плацдармы, потому я не думаю, что мы вообще оставим Бахмут. До наступления остались считанные недели, а наши наступательные действия в любой точке, в любом точке линии фронта, они вызовут обратную реакцию россиян. Они сначала остановятся, а дальше начнут отходить на линию обороны, уже ту, которую за собой будут оставлять. Пане Романе, якщо рухатись південніше по фронту, ми йдемо в іншу, не менш складну точку, але тут трішки є зміни. Авдіївка. Навколо Авдіївки теж зосереджено чимало живої сили, але що відомо? Що кілька тижнів тому вони, окупанти, кинули величезну кількість живої сили, аби спробувати оточити. Але зараз Інститут вивчення війни, аналітики їхні та й багато інших експертів кажуть, що за останній час росіяни втратили під Авдіївкою не менше 4 тисяч бійців, і тепер вони припинили. Вирішили не брати Авдіївку, бо не мають сил, і прикривають втрату живої сили накриванням артилерії. Этот этап сейчас включился. Дело в том, что у россиян идет все этапами. То есть, когда нет достаточного количества боеприпасов для того, чтобы можно было создать огневой вал, а именно он наиболее эффективен, то есть просто обстрелы артиллерийские, они неэффективны, как эффективен огневой вал, это увеличение где-то в 3-5 раз количества обстрелов и авиаударов. А если не хватает определенного количества сил и средств для огневого вала, то идут местные штурмы, так называемые. А дальше уже идет режим накопления огневых средств поражения, и после этого меняется уже метод наступления, оттягиваются живая сила, начинают работать артиллерия и авиация. Вот сейчас на данный момент как раз в таком режиме. То есть они потеряли большое количество живой силы при наступательных действиях. Там действительно по роте, по рота две
ложилось в сутки, плюс технику потеряли. Но за это время они накапливали определенное количество снарядов. И сейчас включились именно этот режим артподготовки и авиационной поддержки. Самолеты мы пытаемся отогнать. Ну, а с артиллерией работает наша контрбатарейная борьба. То есть контрбатарейка работает в режиме контрбатарейной борьбы. Пытаемся достать эти артиллерию российскую, но она иногда прячется в городе. Они бьют из Донецка, бьют из Ясиноватой, из жилых построек. Очень сложно нащупывать артиллерию, когда она спрятана между высотками. То есть здесь есть такой момент проблематичный. Но, тем не менее, выдерживаем. Стоим в районе Авдеевки. В Авдеевке россиянам тоже ничего не светит. Mm-hmm. Сам по себе гарнизон стоит уже 10-й год в районе Авдеевки. Основная, вот если по карте посмотреть, основная линия обороны, она и проходила вдоль шоссейки. Вот шоссейка, которая идет правильно, вот эта шоссейка доходит до Песок, и дальше она шла на Авдеевку. В Песках отворачивала, шла на Авдеевку, окружила, такое полуокружением проходила Авдеевку, и дальше идет на Константиновку. Вот это основная линия обороны. Они в некоторых местах к этой трассе подошли и перешли, в том числе, вот если по северу смотреть, вот та же Красногоровка, это уже за этой трассой. То есть наши войска в ближайшее время будут выполнять определенные контрнаступательные действия для того, чтобы отбросить россиян, вернуть их обратно за эту шоссейку. Вот эта шоссейка такой Рубикон для российских войск, ну и для наших, для принятия наших решений, для того, чтобы удерживать Авдеевку. Потому, я думаю, как только вернем их обратно за шоссейку, вопрос по Авдеевке стабилизируется. Сейчас намного сложнее ситуация чуть южнее, в районе Маринки. Uh-huh. Россияне именно на Маринку бросают большое количество усилий. Задача по Маринке у них стоит выйти на Курахово. Вот почему Курахово? Курахово является тылом и для Маринской группировки, и тыл поддержки для Угледара. То есть вот пройдите на Угледар, вот сам по себе это база, да, это база, тыловая база, которая удерживает и Маринку, и Угледар. Так вот, россияне за несколько месяцев не смогли выйти на Курахово в районе Угледара, потому они сейчас перетекли в сторону Маринки и пытаются на тот же Угледар выйти, только со стороны уже Маринки. Вот там сейчас такие тяжелые бои идут. Тобто вони з тилу хочуть зайти до Угледара, правильно? Так точно. Выйти сначала на Курахово, а потом з тилу зайти на Угледар, потому что сходу Угледара им не взять.